Капитальный ремонт на объекте ведется с 2014 года. За это время здание значительно преобразилось внутри. Обновились отделения, в соответствии с нормативами сделаны внутренние объекты, закуплены новые оборудования. В полной мере работают лаборатории учреждения, среди которых биохимическая и стоматологическая. Глава города отметил, несмотря на то, что ремонт проходил здесь уже несколько лет назад, учреждение держит в порядке, не теряется чувство новизны. Кроме того, поликлиника готовится к переменам, связанным с присоединением к городу ближайших поселений. Жителям присоединяемых территорий необходимо будет получать как поликлиническую, так и лечение, значит, на территории города. Вот мощности наших 4 поликлиник позволяет принять всех без исключения 15 тысяч населения. Они распределятся пропорционально приближенно к тем территориям, которые есть. То есть вот эта поликлиника номер один, соответственно, возьмет Войнову гору, поселок Озерецкий, ну и практически большую часть Верейского сельского поселения. Капитальный ремонт не ограничился внутренними работами. Снаружи также изменения. Значительно обновили фасад здания. Подрядная организация завершает отделку плиткой. Я думаю, что на следующей неделе последние штрихи, вот те указания, которые мы дали строителям, они приведут в порядок и будут закончены. Вот также уложено новое покрытие, по которому достаточно комфортно ходить. В общем-то, учреждение здравоохранения преобразилось. Кроме того, подрядная организация провела работы на входных группах. Также учреждение появилась своя колясочная.